Всем привет! Сегодня у нас на обзоре ручной отпариватель фирмы Кейтфорд, модель КТ-9117-1, бело-фиолетовый. Бывает еще двух цветов, и также у них немного изменяется номер модели. То есть КТ-9117-2 это у нас бело-салатовый будет, а если КТ-9117-3 это у нас бело-бирюзовый. Вот на коробке видны цвет данного отпаривателя. Продавалось в такой коробке. Вот так вот у них все тут. Здесь ручка эргономическая, съемный резервуар, стильный дизайн, вертикальное и горизонтальное отпаривание. Угу. И с другой стороны у нас технические характеристики, модель, цвет, мощность, ватт. Мощность 1000 ватт, кстати, неплохо. Так, емкость резервуара 75, нагрев 30 секунд, подача пара, длина шнура 2 метра, размер 340, 114 на 105, размер упаковки 392, 156, 170. Вес 0,9 и вес брутто килограмм 300. Ну что, давайте посмотрим комплектацию данного отпаривателя. Открываем. Так, что мы видим здесь? У нас буклетики. Это у нас здесь показано, как пользоваться. Да, вот не надо вот таким образом наклонять данный отпариватель. Только вот по горизонту вниз и в бок. Ну, в общем, здесь некоторые моменты пользования. Так, покупал я его за 1500, потом еще дешевле стал в одном магазине, а на официалке 1990 стоил. Так, коллекция магнитиков. Не так, я и не нашел нигде ее. Ну, брошюрка есть. Здесь у нас брошюра за видео, за, кстати, гарантийная, кстати, поддержка электронная. А здесь буклетики, можно фото снять. Не знаю, так акция проходит. Крутые призы за видео. Твой подарок, кстати, за отзыв. Можно получить весы КТ Кейтфорд 803. Вот я получил. Но это за два разных прибора. Фиолетовый и оранжевый. Можно получить. Весы можно получить. Так. Здесь понятно. Дальше погнали. Вытаскиваем наш отпариватель. Пусть пока здесь полежит. Что в комплектации еще имеется? Имеется на микрофибре вот такая вот. Она для очистки от шерсти. Мерный стакан на 100 мл. Вот. Пластмассовый стаканчик. И подставка у нас под отпариватель. Кладется и вот таким образом ставится. Так, здесь все, больше ничего нету. Перейдем к нашему отпаривателю. Так, снимаем с пакетиков. Понятно, да? Пользуемся таким образом, либо таким. Никак иначе. Так, что у нас имеется здесь? Кнопка включения. Нажимаем кнопку включения и ждем, когда на индикаторе покажется. Индикатор покажет, что прибор готов. А что еще здесь? Металлическое. Можно использовать как утюг обычный. И можно использовать как отпариватель. Так, емкость 75 мл. Честно говоря, надо часто его заправлять. Маленькая емкость, было бы побольше, было бы здорово. Здесь мы приоткрываем и сюда заливаем воду, либо сливаем ненужную нам воду. Опять ставили и подвинули вперед. Нажимаем на кнопку, идет пар. Да, держим, идет пар. Отпускаем, пар не идет. Измерим. Так, у нас весы. Я бы не сказал, что он тяжелый. Умеренный, я бы так сказал. Вот получается 822 грамма.
Вот. Описали 0,9. Ну, понятно. Это зальем 75 миллилитров и будет уже весить под 900 грамм. Собственно, вот такой вот отпариватель. Удобный. Своими задачами справляется. Отзывы в основном только положительные. Плохих я не видел. В основном плохое говорят только об объеме резервуара. А так все прекрасно. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока. Keep it low, we talk about my come up, come up. Cause I've been going hard every summer. Pussy wanna talk about numbers. But your manager buying swipe, show so bummy. Ain't nobody out now that can touch it.